Столовые для белок смастерили и развесили в областном центре волонтеры Сбербанка. Во Всемирный день волонтерского движения сотрудники банка разместили 15 кормушек в зеленых зонах города. Также с собой они принесли сушеные яблоки, грибы, орехи и семечки. В дальнейшем Сбер будет следить, чтобы кормушки для животных всегда были полными. Кормушки наши сделаны из экологически чистого продукта, это дерево. Готовились они по специальной технологии. Прежде чем повесить кормушку, мы советовались с экологами, как правильно разместить кормушку на дереве, чтобы не пострадала древесина. В этот день волонтеры пришли с детьми, чтобы показать важность защиты природы и бережного обращения с ней. Я носил кормушки, и мы сегодня вешали кормушки, насыпали еду белочкам. Мне нравятся белочки, кошечки, в общем, все животные. Угостить пушистых могут все желающие, но для этого нужно знать, чем можно кормить. Специальные таблички с рекомендованным рационом для белок расположены на каждой кормушке. Как сообщают зоологи, белок можно кормить грибами, фруктами и орехами, кроме миндаля. А вот хлеб и мучное не рекомендуются. Также специалисты не советуют кормить белок с рук. Для этого есть вот такие кормушки. Белки – любимцы жителей города. По словам волонтеров Сбера, их задачей является обезопасить грызунов и помочь найти пропитание даже зимой. Столовые для лесных обитателей появились в городском парке культуры и отдыха, сквере Победы на площади Дружбы, на берегу реки Бера и у главного офиса банка в Биробиджане. Дарья Куприна, Богдан Патрин, Новости 21.